Обещание выполнено. Строительство очень нужного и важного для округа объекта – объездного моста через реку Клязьма началось в 2018-м. А необходимость разгрузить главную пропускную артерию города, Пролетарский проспект, назрела уже довольно давно. Жители неоднократно обращались к губернатору области Андрею Воробьеву с просьбой помочь решить эту проблему. Губернатор пообещал сделать все возможное. Строительство завершилось точно в срок – в конце ноября. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Находимся на мосту через реку Клязьма с подъездными путями с двух улиц. Это улица Фабричная и улица Заречная. Проектная скорость через данный путепровод 70 км/ч. У нас на сегодняшний день большая загруженность автотранспорта через единственную артерию города. Это Пролетарский проспект и мост через Клязьму. Данный мост нам позволит запустить сюда и перенаправить порядка 25% автотранспорта, который идет сейчас через центр. И самое главное, направить сюда автотранспорт грузовой. В режиме прямого эфира с губернатором области пообщался глава городского округа Щелково Сергей Горелов. Он рассказал о готовности объекта, а также поделился планами по дальнейшему развитию муниципалитета. Старт движению дан. По мосту проезжают первые машины. Теперь две полосы движения можно использовать для проезда от улицы Фабричная до Заречной, минуя Пролетарский проспект. Такое событие не может не радовать, особенно тех, кто долгое время простаивал в пробке на Пролетарке. Пока на новом мосту не так много машин. Возможно, не все жители еще знают, что проезд открыт. Однако факт – движение есть. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Игорь Поляков, Андрей Белкин. Щелковское телевидение.